заседание в зале заседания Государственной Думы. Но сегодня здесь законы приниматься не будут, а пройдет всероссийское совещание местного самоуправления сегодня в здании. Бобрышев Юрий Иванович, мэр Великого Новгорода, президент Союза городов Центра и Северо-Запада России. Скажите, пожалуйста, вот сегодня такой замечательный праздник. Чего вы ждете от сегодняшнего мероприятия? Коротко, да? Не только я, все мэры, которые собрались здесь, не одна сотня мэров, во всяком случае все мэры областных центров, как минимум, и все ждут одного, когда начнутся, наконец, обещания сбываться. Когда, наконец, полномочия, которые имеют все мэры и все муниципалитеты, будут хотя бы наполовину обеспечены финансированием. Мне кажется, вот это самое главное ждут. Тогда можно с нас спрашивать по полной, потому что мы работаем с людьми. Мы работаем конкретно с каждым гражданином нашей России. И нам стыдно и обидно, когда мы не можем что-то сделать. И еще вдвойне обиднее, когда считают, что мы не можем это делать из-за своего неумения. Понимаете? А это просто объективно не можем выполнять те функции, которые сейчас лежат на муниципалитетах. Ну, даже по признанию нашего руководства страны, вот, мы все знают, что для того, чтобы исполнять обязанности в полном объеме, нужно 5 триллионов рублей на все муниципалитеты, а имеется по оценкам руководства страны 2,8. И то, я думаю, чуть преувеличили. Вот ждут вот этого. Именно реального отношения и реального подхода к решению проблем вместе с государством. А государство начинается оттуда. Юрий Иванович, дело в том, что Великий Новгород, он потому и так называется Великий, да. Это Великий город. Скажите, пожалуйста, вот назовите буквально, я понимаю, что проблем очень много. Первоочередные проблемы, с которыми сталкивается ваш город, Великий Новгород. Ну вот, вы знаете, я бы даже не поставил на первое место дороги, я бы на первое место поставил все-таки проблемы ЖКХ, проблемы жилищного фонда, которые, это касается, я думаю, это в любом регионе такая проблема существует. Эти две главные проблемы, которые на сегодня, безусловно, камнем лежат на руководстве города, области, и их надо решать. А как вы думаете, они решаемы в ближайшие? Абсолютно решаемы. Абсолютно решаемы. Во всяком случае, мы видим. Вот. И те решения, которые были, допустим, приняты 5 лет назад, тот же 185-й закон, если бы в полном объеме он работал сейчас, а не в усеченном виде, как его оставили в последнее время, я думаю, это вот как раз и было направлено на решение этих проблем. И еще бы 5-6 лет поработать в таком режиме, как в 2008 году, в 2009, было бы все нормально.